пешеходные коммуникации, они выглядят как обычный тротуар, вся с садовым бортовым камнем. Ведут они к каким-нибудь значимым социальным объектам, либо к остановкам общественного транспорта. То есть не подлежит асфальтировке все то, что натоптано. На основании обращений граждан, на основании того, что поступают обращения управляющих компаний, либо во время обходов главы, нас, заместителей, обращаются жители. Сами мы видим адреса, где это необходимо делать. Хотелось бы очень, чтобы нам поменяли наконец-то асфальт, нашу тропиночку любимую, которая очень узкая, где ходят все школьники, где ходят все собачники. Очень ждем благоустройства нашей тропы по нашему району, в районе Советской 11. Надеемся, что поменяют в скором времени. Thank you.